Саша на лавочке. Приветствую. Что-то ты здесь уже разливаешь нам. Это в белорусском мы. Ну это, надеюсь, не водка, да? Нет, сидят это... тут в сквере. Это сейчас в белорусском мы купили. Мы вот приобрели такую, покажи его. Очень красивая бутылочка. Зеронат называется. Да, надо попробовать, что это такое. Made in Belarusia, да? Вообще надо коллекционировать все напитки безалкогольные. Так, решили попробовать, давай. Давай, сейчас я попробую, ты тоже попробуй. Вздрогни. Первое ощущение. Вот есть что-то похоже на грузинский лимонад. Вот, длинное название, сейчас. Ну, понятно, да, о чем речь. Ну, сладкий, кисло-сладкий. Что ты можешь? Кисло-сладкий. Так, там, по-моему, это грейпфрут. Грейпфрут прямо отдает, то есть сильный. Или это ароматизатор сильный, или это настоящий. Я не пойму, но полностью ощущение, что... Ну, пить приятно. Можно, скажи. Да, приятно пьется. Тем более из холодильничка дали, очень хорошо. Теперь давай сделаем сравнение небольшое с нашими, вот что у нас здесь в республике. Но у нас холодильничка мы пьем. Мы сейчас имеем в виду безалкогольные напитки, конечно же. Ну, мне очень понравился. Тебе нравится? А, цену, кстати, озвучу. Ну, она 85 рублей стоит. 85 рублей. Здесь литр, да? Вполне очень нормальная цена. Сейчас скажут, что мы делаем рекламу белой. Мы просто решили взять, попробовать и сравнить с нашими. Разница, ну, вот, допустим, Халвичный завод наш, который выпускает, я не знаю, там лимонад. Мне Халвичка Тархун нравится, например, Тархун. Лимонад, да. Все остальное как-то не очень, особенно большие. Пластиковый, который полуторалитровый, мне... Слишком много химии, по-моему, очень, да? Да, мне не нравится. А в стекле хорошее. В стекле еще более-менее. Да. А вот как раньше, допустим, вот выпускал наш Халвичный завод про ту продукцию и нынешнюю, если вначале, сравнить? Тогда, конечно, было лучше. Тогда лучше было. Но дело в том, что было меньше химии. Больше было натуральных ингредиентов. Ну, из-за того, что дефицит был. Сейчас химический валом, и они дешевле, и... Производителю выгоднее все-таки. Натурально стало очень дорого, очень недоступно. Представь, вот грейпфрут, если ты действительно сам без химии настоящий сюда грейпфрут, цена была бы другая. Конечно, конечно. Тем более доставка из Беларуси. Ароматизатор, нету горечи, вот знаешь, когда сильно химический напиток. Есть некое послевкусие горечь, здесь его нет. Не наблюдается, да, не ощущается. Нормально. А вот лучше, мне кажется, все-таки переходить на домашние компоты, да? Ну это вне конкуренции. Вне конкуренции. Конечно, это классика жанра, да. Было, есть и будет всегда. Да, мы выросли на компотах. В каждой семье осенью всегда делали компоты в 3-литровых баллонах. И до следующей... теплых дней, как говорится, эти компотами пили. Хотя это вроде вареное и так далее, говорили, ничего нет, но на этом выросло несколько поколений и довольно-таки неплохо здоровье сохранили. Согласись. Ну, конечно. Сам лишь ты, сам лишь. Да, потому что сейчас те поколения, которые после нас, они уже хронически больные. То есть те, которые начали бубл-гум, жвачки, инвайт, просто добавь воды. Я помню, детки просто... Вот в 90-х не пошло это все, в 90-х. Пили. Краску. Я сам застал моменты, когда на дагестанской был рынок, и появился вот этот маргарин. Маргарин? Маргарин, который его и на хлеб намазывали, готовили на нем и так далее. Считалось немецкое масло. На самом деле это... На самом деле это просто был высококачественный маргарин. Который очень вреден для здоровья, да, кстати. Да, ну, много лет это ели, как говорится, ели. Так что, ну, респект производителю. Ну, давай оценочку выставим. Ну, по 10-бальной вот, ну, шкале. Восьмерку смело. Восьмерочка, да? Смело. А в дальнейшем, может, еще другие напитки посмотрим. Но это будем пробовать. Да. Будем пробовать. Ну, ты не пожалел, что взял? Да. Сейчас я тоже попробую. Давай. Все, всего доброго. Приятного питья.